Мохнатые такие яйца буйвола подвешены куда-то сверху. Ага. Ох, здравствуйте, здравствуйте, ребята. С вами Виктор, и это Don't Starve Shipwrecked. Разбились мы тут недавно. Так, смотрите, корешки есть, бамбук, это хорошо. Итак, для начала, как обычно, нам надо бы найти... О! Жалко, крабика нельзя схватить. Так, мне, кстати, подсказали, что вот эта вот фигня, это, да, кто не с первого раза, точнее говоря, кто первый раз, тому объясняю, что я играю уже не первый раз, а второй, и мне объяснили, что вот это вот камушки, это не что иное, как какие-то раковины, моллюски, что ли. Так, сейчас будем уже топорик делать. Так, есть топор, значит можно рубить. Тыщ, 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 тыщ. Давай. Да что ж так долго-то? И, кстати, подсказали, что лучше всего рубить пальмы. Потому что с них падают еще и кокосы, а змеи не падают. Как ни удивительно. Поэтому лучше рубить их. Так, нам нужно сделать мачете. Сделать сразу хорошую лодку, если сможем. От собак уплыть можно, пишут мне. Понятно. Вот оно как оказывается. Так, что там, на мачете насобирали? Ну, собирали мы, молодцы. Мне всегда вот эти вот кокосы на пальме напоминали яйца. Я вот начал яйца. Мохнатые такие яйца буйвола подвешены куда-то сверху. Ну, это чисто мои какие-то такие ассоциации. Так, чем лучше питаться, скажите мне, пожалуйста. Жалко, что это, говорит, моллюски какие-то. Какахи прикольнее было. А, понял, понял тебя. Так, сейчас пойдем быстренько рубить уже, наверное, тростничок. Там, по-моему, надо 4 тростника и... Да, 4 тростника и 3 корешка. Сейчас все возьмем. Блин, солидный остров по размеру. Видите, это мод к игре. Да, это DLC Don't Starve. Кто в первый раз это видит, называется Shipwreck. Я все время путаюсь с названием этого мода. Shipwrecked, наверное, все-таки, да, ну... как это сказать, страдательный залог, да, потерпевший кораблекрушение, у нас это в переводе на русский язык. Собственно, видите, вот так это и выглядит. Здесь можно плавать, кто не в курсе. Все, по-моему, пора уже идти. Середина дня. Так, ну зачем ты мне это сказал, теперь на кокосы не могу нормально смотреть, ё-моё. Ягодами и семенами они хорошо устанавливают, и какашки с камней. Все, понял. Главное, какашки с камней, кстати, восстанавливаются. А водорослями не надо питаться. К сожалению, я не знаю, что... Ой, семена, 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 семена. Я не знаю, какой... Давайте сразу, наверное, костер соорудим. Так. Достаем мачету. Начинаем рубить. Так, есть кустик один. Так, нам бы, кстати, еще из цветочков шляпку насобирать. Так что надо вот... Раз цветочек. Два цветочек. Тростничок. Раз тростничок. Опа, еще цветочек. Отлично. Так, вот этот вот тростничок сейчас чикнем. Нам хватит одного мачете-то? Что это за ящики? Ну, я, если честно, сам не знаю, но мне рассказывали, что нужно скрафтить молоток, и эти ящики можно... Чуть за звуки страшные. А, это попугай. Вот, можно, соответственно, эти ящики разбить, из них выпадают какие-то детали для починки лодок. Так, все, вроде бы набрали мы с вами на... На-на-на-на-на-на-на. Так, ну на этом острове ничего больше интересного, наверное, нет. Давайте посмотрим по мини-карте. Давайте обойдем. Может быть, еще что найду. Вот пальма неплохая с кокосами. Это альфа-пальма.
Упс. Сломал. Это, ребята, альфа-пальма. Это пальма-мужик. А тут еще есть пальмы-девочки. Ну давайте собирать, пока все лежит. Я думаю, можно даже переночевать будет на первом острове. Нифиг нам. Вити, готовь костер скоро ночью. Я уже приготовил. Так, крафти. Так. Насчет деревьев, змеи падают шансом около 25%. Ну и как убивать их, я рассказывал. Ну я знаю, подошел, отошел, ну, это известно всем. Так, что тут у нас? Доски есть. Так, вечереет. Ну все, вроде бы полностью исследовал остров, да? А нет, вон туда, в закуток, в дальний еще надо зайти. Но обычно на стартовом острове ничего интересного нет. Оп, пальма выросла, видали? Кстати, нам бы уже покушать надо будет. На костре забы отварить. Да, здесь конец острова. Ну вот налево, наверное, и поплывем. Да? Сейчас вот тут поставлю костерчик между двух пальм. Эй-ю! В принципе, его должно хватить на всю ночь. Питайся бабочками, они восстанавливают много жизни. А ты попробуй эту бабочку поймай, она какая-то прыткая такая. Можно менять обзор, можно. По 45 градусов можно крутить. Так, все, кипишуем. Можно, в принципе, лодку-то собрать. Мы на ней поплывем. Так, давайте пока посмотрим, что у нас еще есть. Мы можем собрать 5 ловушек. Нет, 4 ловушки. Так, давайте кокосы, наверное, пока покушаем. Или ягодки. Давайте ягодки приготовим. Жареные какашеньки. Неплохо, кстати, устанавливают. Чё-то вечерело. Ракушку подобрать успел. Ну. Ну, на всякий случай подброшу. Чё-то стрёмно стало прям. Рюкзак из пальмовых листьев зафигарить. Так, это у нас survival. Ну а что, надо сразу хороший... А, ну это нужна машина сначала. Все, давайте, поплыли. Налево. Прям вот ровно налево плыву. Так, вот тут нужно водоросли собрать. Что-то вот против волн не хочется плыть. Давайте по волнам поплывем. Куда-то вниз они нас заманивают все-таки. Я прям с... как этого, с серфингом занимаюсь. Во. Так, нам бы найти кораллы сразу, а то я знаю. Что-то я прям плыву, ничего нет. Как так? Знатно плыву. Давай, греби. Это как в том анекдоте. Греби. Гребу. Только там матом было, да. Так, следы. Это следы к этому, к слонопотаму местному. Вроде как. Так, мы куда-то прибыли. Так, здесь золотишко есть, да? Или это не золотишко, тут не поймешь. Так, мой карман, говорит, не поместится. Хорошо. Ух ты, бабочку мочи. Бабочку мочи. Есть. Готово. Эй, здесь цветов, кстати, много.
Здесь я, походу, дел свяжу себе шапочку нужную. Так, бабочку. Кстати, баг какой-то, видите? Сразу и бабочка появляется, и труп ее одновременно. Так, о! Дублоны нашел какие-то, ребят. Я не помню, я находил их в прошлый раз, нет? Так, у меня уже достаточно цветов, чтобы собрать какую-то вкусняху. Бабочка, куда ты? А ну иди сюда. Зажал, зажал ее. Мочи бабочку. А ну иди ко мне. Ладно, за бабочками гоняться это дело неблагодарное. А ну, блин. Так, что нам надо дальше-то сделать? Найди золотой камень, построй научку, рюкзак. Да, это я понял. Но я так и не понял, тот камень-то золотой был или нет? Сейчас пойдем раздобудем его. Сейчас, погодите. Оп. На-на-и-на. Так, вот мой плод. Вот тут камень какой-то. Пытаемся. Не, это, ребят, это... Не золото. Это был не Нескафе. Так, поплыли дальше вокруг острова. А, пока бабочки летают, их в рукопашку не убить. Все, понял. Но у меня есть две штуки. Можно прям жрать, да? Много дают-то. Да не так уж и много. Они, наверное, этого восстанавливают. Рассудок, скорее всего. Так. С медузами лучше не сражаться. Ну, в принципе, их можно убивать. Они убиваются с двух ударов. И при этом они... повреждений на меня накидывают. 10 повреждений, в общем, накидывают, и с них падает жатва на 10 повреждений восстановления. Так, еще цветы нашел. Но камня пока нет, ребят. Так, у нас там есть что? Так, есть на развод костра, это главное. Так. Так, так, так. О. Так, пчелы, ребят. Пчел можно добывать, насколько я помню. О, а ее только атаковать можно, да, сейчас? Что ж такое-то, а? Так, косяк, пока что никаких камней нет. Витя, вернись за золотом, лол. А, читай чат, это золото. Да ладно, золото не так выглядит. Что, правда это было золото? Да вы меня троллите. Витя говорит, это было золото. Ну, ладно, ладно. У меня вон золото есть. В виде дублонов. Я хотел другое золото найти, может быть. Я хотел золото магикян найти. Так, а что у нас? А, на факел нет места. Хрен с ними, с дублонами. Ладно, поплыли. Пусть это будет золото. Тогда в верхнюю часть острова пойдем исследовать. Темнеет. В принципе, я могу за один факел пережить, наверное, это все дело. О, крабик. Все равно, говорит, на научную машину не хватит. Ну а чё же мне тогда, а? Я ж специально пошел. Так.
Да, это золото кусок. Что там нужно? А, еще камни нужны. А у меня только 3 камня. А, то есть обычный камень нужен. Все, въехал, наконец-то. Что-то мне хотел сказать. Так, бросай камни. Давай готовить. Кушать-то хочется. Так, рассудок еще нормальный. Давай вот эту фигню сварим. Слушайте, они хорошо восстанавливают. Так, значит, нам нужен камень еще. Ждем, значит, пока сейчас у нас не наступит день. Витя кокосы жарит. Тут нормально у меня еще, смотри, 122. Ну, давай пока косим один. Два пока косим. Хоть посмотрим, сколько восстанавливают. Ууу, да они вообще по-царски восстанавливают. По десятке, считай, или по девятке. Ты можешь на лодке переждать? Могу, если факел в руке включен. Иначе ко мне темнота придет и захватит меня. Все как раньше. Все как раньше, ребят, происходит. Так, что-то здесь сейвинг происходит. Это что, третий день уже? Блин, скоро собаки придут. Собаки меня прогонят, наверное, с острова. Я ж потом их не смогу убить. Или они исчезнут? Хороший вопрос. Это вопрос тем, кто знает, как играется здесь. О, бутылка какая-то, смотрите. Можно будет пойти подобрать. Так, ну, к сожалению, я не вижу здесь опять камней. Опять я возвращаюсь обратно. Что ж такое-то? Тут от темноты умереть можно? Да, конечно. Тут можно от всего умереть. А, вот камень, давайте его чпокнем. Тыщ, 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 тыщ. Что это, селитра? Все, можно машину строить. Ну, рядом с ульем нормально, да, машину поставить? Чуть-чуть ты. Машина, ставься. Ура! Пойдем воткнем ловушеньку сразу. Так, где мой мешок? Так. Есть рюкзачок. Тык. Ну вот, уже более-менее. Так, надо, наверное, доразведать все-таки этот остров. Или я там доразведал, вы не помните? Сделал лопаты и полукаповые кучки из песка. Так, лопата. А лопата делается у нас только на аппарате, да? Ну, давай. А что там в этом песке может быть? Такой каверзный вопрос. Так. Мачете. Погоди, где лопата-то была? Вот она. Тин-тин-тин. Лопата, куда ты делась? Четыре. Что-то я песок выкопал из нее. И зачем мне этот песок? Зачем ты не посоветовал песок-то накопать? Там, походу, из песка что-то сделать можно, да? Вот. Так. Так, собаки останутся на том острове, на котором появились. Так, хорошо, спасибо за информацию. Так, что нам сейчас нужно-то? Давайте определимся, в какую сторону мне развиваться. Вон там еще, кстати, камень был. Так, из песка можно крафтить стены, которые затопление предотвращают. Ё-моё. Так, еще можно замок песочный. Так, лопатой можно норки повыкапывать. И крабам некуда будет прятаться.
Круто. И зачем нам это? Может, еще несколько ловушек сделаем, а? Так, а, у меня веток не хватает. Все, пошел собирать. Значит, нам нужны ветки. Страшные мои крабики. Вот они, веточки мои любимые. Вон там альфа-пальма. Так, Витя, ты знал, что тут есть телепорты? Упс, топор сломался. Нет, не знал. Так, идем дальше, проверяем. Так, во, хорошо. Альфа-пальма. Так, еще пчелки. Первое, сделать ловушку. Да сделал я уже ловушку. У меня есть ловушка. Я умный. Так, давно не заходил в твои стримы. Так. Можно кокосики посадить и будешь урожай собирать. Так, все замечательно. Ну, ловушку я сделал, что дальше-то? Вы мне подскажите, я же нубас. Я совершенно не знаю, как и что. Я вот только умею собирать. И все. Так, сделай деревянную лодку и парус из пальмовых листьев. Будешь плыть раза в полтора быстрее. Так, темнеет. О, кстати, походу нам придется на новый остров переплывать, потому что этот остров кончился. Так, смотрим. Bot Repair Kit. Touch Sail. Пиратская шляпа. Спасательный жилет. Ну понятно, ты имеешь в виду, вот это вот надо сделать. Хорошо. Так, ну для этого нам понадобится... Так, во-первых, надо пожрать, ребят. Опч. Ном. Так, краб. Убить краба. Давайте убьем краба. И приготовим краба. Оп. Так, где-то как кокосы у меня были. Все, теперь можно за лодку. Три доски. Это у нас... Борцот. Раз. Два. Три доски, так. А, четыре вайна надо еще, ребят, четыре вайна. Ладно, это мы сейчас добудем, мачете есть. Что там еще, парус, ты говорил, надо сделать? О, погоди, какой-то карго-бот. Может быть, вот эту лодку сделать? О, тут какая-то бронированная лодка есть даже. А, можно волны рассекать, все, понял. Вот это вот парус, я не пойму. Catch the wind, да, это парус. Так, соответственно, нужно, значит, нам будет 6 вайнов и 2 тростника, ребят. Да ладно уж, пусть догорает. 6 вайнов, 2 тростника. Так, пишут, грузовая, у нее 6 слотов для смоток. Шмоток есть, бронированная фигня, в ней режется твой дамаг с руки в 2 раза.
Странно. Там ничего такого не написано. Там написано, что она может рассекать волны. Ну ладно. Так, блин, это надо туда дальше бежать за вайнами, да? Так, человеку неинтересно. Ну, никто же не... О, ребят, погодите, вода, уровень воды поднялся. Это что ли, прилив был? А что это у меня за надпись 3? Так, есть 6 вайнов. Можно клепать. Сейчас. И парус сделаем, и не только парус. Так. Латчинский. Так, и парус, да? А, парус я с собой таскаю. Ну иди сюда. Ну иди сюда, краб. А давай поставь ты уже. Как же сложно, а? Опа. Нормально работает. Мулька-то. Так. Ну что дальше-то делать-то, ребят? Уезжать, что ли, отсюда? Витя, сожги деревья, добудь угля. Хороший вопрос. Так, сожги деревья. Давайте сожжем деревья. А как их сжечь? Что-то не жжется. А, правой кнопкой. Джунгли горят. Ю-ху-ху. А зачем мне уголь? Ай. Так. А, вот мне уголь нужен. Именно. Ребята, я уголь добываю. Не мешайте мне. Беги, Витя. Ах ты, пироманьяк. А, чтобы сделать котел, нужен уголь. Все, понял. Так, а пепел? Сначала поджег, потом спросил для казана. Понятно, да. Ну, 6 штук мне хватит? Нет, не знаете? Ну, чё... Так, слушайте, ну уже время как-то кончается. Может, еще тогда пожжем? Для лекарственного зелья пепел нужен. Понятно. Так, клады ищи, пепел потом нужен. Найди обезьян, тюкни одну, добудь навоза, сделай грядки, найди больше золота. Сделай научную машину, доспехи на пауков, стойки вялить мясо. Да, стойки вялить мясо, кстати, да. Стойки вялить мясо, это у нас что? Так, зонтик. Антивеном Поушен. Во, сушилка. Так, а чтобы сушилку нам сделать... А, вот для чего нужен еще уголь.
Роуп, роуп, нужен роуп. Господи, а там роупка, по-моему, делается-то из травы, да? А я ее особо сильно не собирал. Ай, где она? Так, роуп, вот она. Надо сделать, чтобы потом не мучиться. Так. Давай загоним крабика куда-нибудь. Готов. Места-то как мало стало. Там слева от острова кораллы есть. Сейчас туда и поплывем, хорошо. Так, тут большинство, подавляющее большинство людей дают совет, который тебе пригодятся день так на 15-й. Блин. Что ж делать тогда? Вы уж, пожалуйста, ребят, давайте мне нормальный совет, вот что мне нужно делать вот прямо сейчас. Мне не интересно, что мне нужно делать будет через 5 дней, через 15. Вы мне дайте вектор развития. Покушай, говорят. Ну хорошо, давайте. Готовим, прям живого краба приготовил, прикиньте. Сказал краб. Живи, Витя, живи, пишут. Во, живот набил, а. Так. Дублон. Шляпу из цветов сделай. Смысла пока нет. Да и цветы пока. Твою. Поджог. Да. Незадачливый из меня лесоруб получился. А дублон-то расплавится? Что-то там жужжит в левом ухе. Ты такие другие каналы смотришь? Нет, не смотрю, у меня это на это времени. Так, поешь водоросли, отравишься с шансом 50%. Понял. Делай факел, потом с факела светильник для корабля. Поплыли? О! Коралловый риф. Так, что нам надо? Надо добыть кораллов. Прикольненько. Рыба какая-то. О, о, господи. Рыба кусатка. Когда будет Skyrim, спрашивают меня. О. Хороший вопрос. Обязательно будет. Рыба, иди ко мне, я тебе сейчас как ух. Прикольно, блин, он так, такой стоит. Так, куда плывем, ребят? Накопай по стаку травы и палок. Да. Плыву, пока водоросли собираю. Я не знаю, ну и зато 5-й день. Сам не знаешь, чего хочу от игры. Как молодой, говорит, капитан на корабле. Да уж. Так, куда-то прибыли. О, паучатни, ребят. Нашел паучатню. Это значит, мне нужно добыть, наверное, дерево много. И сделать себе деревянную броню. Да? Так, броню сделать. Броня делается только из... На косяк. Они ночью активны, днем спят. Да знаем мы пауков. О, свинья.
Я хрюшку нашел. Хрюшка вместе с пауками живет. Так, можно еще из кораллов, говорит, броню сделать. Хороший вариант. Мне нравится. Черт побери, мне нравится твоя мысль. А, броня делается из травы, пишут мне. Как так, травяная броня? Разве? Так, сделай на каком-нибудь острове себе базу, желательно продуктивным островом. Что такое продуктивный остров, скажи мне? Ведь эти цветы его и вянут. Ну, сейчас сошьем себе шапку, не волнуйся. Все, сшил шапку. Нормально. Че их можно жрать? Сделай фонарик для лодок. Ну так я как бы ночью и не плаваю, поэтому... Зачем? В конце концов, можно в руке факел держать. Слушай, ну я пока, в общем, опять набираю всего. Но для чего, я сам пока не знаю. А, ломать базу и строить на другом месте. Слушай, я не подумал. Ты что, можно мою статую ту разломать и сюда перевести, да? Я чувствую, мне это придется сделать на 7-й день. То, что прибегут собаки. Нужно будет убирать. Здесь веточек, кстати, много, это хорошо. Веточки здесь нужны. Где монстр? Я хочу экшен какой-нибудь. Какой экшен? Это же survival, ребят. Да, я знаю, что надо открывать кнопочку F, спасибо. Так, кто там мне советует? Основной советчик, кто там мой? Давайте скажем мне дружно, что мне прямо сейчас начать делать? На что нужно ориентироваться? Красавчик пишет. Сделай остров, чтобы он мог тебя кормить. Плюс сделай фонарь, чтобы плавать далеко и продуктивно. Тебе не хватает строителя в игре. Ты собирашка полная. Угу. Понял тебя. Че я полная собирашка? Я худая собирашка, между прочим. Ой, топор сломался. Так, сейчас надо найти куртизанку какую-нибудь, предлагает мне. Отличный вариант. Ты, говорит, худая собирашка. Ну так я и говорю, я худая собирашка. Эх, по песочку трусь потихонечку. Ищи пятницу, говорят мне. Ща, погоди, будем кушать. Или $100. Тоже хороший вариант. Так, сейчас будет темно. Ребята, сейчас будет темно. Готовимся. Ищ. Ух, сейчас опять эта пальма как сломается, как загорится вся. Все, темнее. Нет, не гори. Фух,
нормально. Так, покушать. Так, факел в море может затухнуть. Нафиг его, сейчас надо ждать прихода собак и потом уплыть за базой. Ломай ее и плыви дальше, ищи клад. Там есть пушки для корабля и бомбы, чтобы убить железных коней. Они теперь лодка кони. Ого. Вот ты мне сейчас такое рассказал, к чему я был не готов. Особенно про лодка коней. Так, когда don't start together, так, видите, сруби обычное дерево и посади 6 шишек, чтобы сделать позже казан. Уголь нужен. Уголь мы уже раздобыли, не волнуйся. Уголь у нас уже есть, вот видишь, 9 штучек. Я не помню уже там рецепты все казана этого. Так, тебе нужно хотя бы стак камней и стак золота. Остальные ресурсы есть на каждом острове. На идею ломать лагерь и переезжать лучше забей, просто более-менее грамотно играть надо. Но я ж хреново играю, поэтому... А где мне стак золота найти? Ты так молодец сказал. Нужен стак золота. Так, надо делать холодильник, пишут. Понял. Не дурак. Без холодильника жизнь не жизнь. Ну тогда нам надо искать золото. Так, где мы сейчас находимся? Так. Камни и золото. Золото нужно, да? Значит, надо искать биом. Каменный. Вот нормально, вот люди сказали, но надо фонарь и плыть за золотом. Все сразу стало понятно, я поплыл за золотом. А то вот начинают рассказывать, тебе понадобится то, все. Я же ничего не понимаю. О, морковка. Нет, это картошка. Картоха! Картопля, ребята, я картоплю нашел. Цветуечки. Можно будет еще одну шапку сделать. О, сколько здесь цветочков. Ротофанчик, милый. Травы-то сколько? Кто там говорил, из травы броню надо делать? Так, холодильник это позже, день 30, не слушай их. В любом случае сказали, золото надо. Я люблю добывать золото. Итак, слушайте, я тут картошки понабрал. Слушайте, может мне просто собирательством выживать? А, ну там, скорее всего, да, я умру, когда что-нибудь сложное придет. Да, игра наверняка располагает к тому, что нужно как-то развиваться. Блин, нифига нету никаких камней, ребят. Вон там какой-то камень издалеке. Так, мы уже видели, как ты любишь добывать золото, пишут мне. А здесь быки есть? Такой вопрос. Свиньи есть. Так, а я, говорит, говорил, броню из травы надо делать. Но пока я, если честно, не вижу никаких врагов. От собак можно убежать, говорят, просто с острова уплываешь и все. Меня пока ни к одному острову ничего толком не привязывает, так что... Так, деревянная броня делается из 12 дерева и 2 веревок. А, ну травы-то у меня хватит, значит мне дерева не хватает. Ломай домики свиней. Они что, злиться будут, наверное, на меня, да, за это? Найди хорошее место, чтобы рядом спавнились как можно больше полезного и создай там лагерь, кострище, грядки, холодильник, сундуки.
Ну, начинается. Кострище, грядки, холодильник, сундуки. Так, а молоток? Для молотка нужен у нас камень. А камня все еще нет. Ну что ж. Ну, только камни есть, а больше ничего. Попробуй сломать домик, все равно остров бесполезный. Хорошо, сейчас пойду из камня добуду камня, сделаю себе молоток. Молоток же можно сделать вот просто так, с полпинка. Смотрите, еда вроде у меня есть. Все вроде как хорошо. Упс, сломал кирку. О, камушки. Они всегда мне напоминают какие-то сиськи, знаете, которые лежат сосками вниз. Ну да, я такой. О, блин, места теперь нету. Как так получилось-то? Мне все нужно. Слушайте, у меня все, что лежит, мне все нужно. А вот что мне не нужно. Все, это сбрасываем. А что это? Как я тогда подниму то, что они мне дадут, свиньи? Так, свиная попка упала. Свиная попка там для чего-то нужна, я помню. Для шлема, то ли что. Что-то... Пока ничего полезного я не нашел. Ну опять. А что мне тут искать-то? Ноу! Не, бежим, бежим, бежим. Свинья увидела, что я это, сломал ее дом. Все, она сейчас адской свиньей станет. Погонится за мной, будет убивать. Давай травы наберем. Трава в иллюминаторе. А, у меня два стака травы, вот в чем беда. Так, давайте, наверное, вернемся на тот остров, скрафтим себе что-нибудь классное и пойдем в далекий путь с фонарем. Будем искать там лаву, золото, что хотите, будем искать. Для начала поедим. Зачем тебе два стака травы? Да сам не знаю, сама набралась. Так, что с едой? У меня есть семена. Я могу их есть. А Юры или Стаса не будет, одному скучно же. А кто такой Юра? А, это ты, Юра, да? Ну, понимаешь, это синглплеерный мод, поэтому невозможно в него играть с кем-то. Так, добыть паутину. Чтобы добыть паутину, нужно сделать броню. Чтобы сделать броню, нужно вернуться на тот остров. Ну, в общем, все взаимосвязано. Будем делать броню, да? Воевать с пауками, добывать шелк. Делать фонарь. Ох, как много всего нужно, а. Да, ребят. Я чувствую, я не скоро разберусь в этой игре. Ну ладно, плывем на тот остров. И что? Наверное, для Ютуба хватит пока, да, кусочка такого. По крайней мере, мы чуть-чуть определились, что нам нужно. Так что, ребят, спасибо за внимание, с вами был Виктор. Сейчас на стриме мы, конечно, продолжим это снимать. Ну а для Ютуба пока хватит. Всем до встречи. В описании ссылка на плейлист. Я вас жду в следующей серии. Пока-пока.
А вот и я.